Парк воздушных судов Наринмарского авиаотряда пополнит вертолет Ми-8 МТВ-1. Покупку профинансирует Сбербанк Лизинг, а построят авиамашину на Казанском вертолетном заводе, входящем в холдинг «Вертолет России». Это соглашение закрепили сегодня трехсторонним контрактом между лизинговой компанией, производителем вертолета и окружным авиаперевозчиком. Пока только бумаги, через год, надеюсь, полетим. Спасибо. Согласно конкурсной документации, ровно через год авиаотряд пополнится новым вертолетом Ми-8 МТВ-1. Воздушное судно должно быть изготовлено в пассажирском варианте на 26 пассажиров. С учетом лизинга сумма сделки составит 789 миллионов 300 тысяч рублей. Инвестиции в размере 150 миллионов рублей на уплату первоначального взноса авиапредприятию выделили из бюджета округа. Находим, я еще раз подчеркиваю, понимание и исполнительной, и законодательной власти. Они помогают нам всем, чем могут. Понятно, что техника очень дорогая. Финансовый лизинг он на 84 месяца, это 7 лет. В течение 7 лет мы будем выплачивать за эту машину. Ну, у нас есть и объемы работ, и не боимся, мы смело смотрим в будущее. Вообще, так, не, заглядывая немножко вперед, я предполагаю, что через 3-4 года мы будем уже заказывать следующую машину. Потому что парк необходимо обновлять. Сегодня Наринмарский объединенный авиаотряд эксплуатирует 6 самолетов Ан-2 и 17 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. С 2017 года вертолеты начнут списываться в связи с выработкой ресурса. Один в 2017, один в 2018 и еще два в 2019 году.